Кукольный театр «Сказ» подготовил для детей, пришедших вместе с родителями на спектакль в музей-заповедник Горки Ленинские, интерактивное познавательное представление под названием «Зеленый огонек». Вместе с артистами ребята помогали персонажам сказки выучить основы правил дорожного движения. О том, что нельзя нарушать правила и нужно их соблюдать, и что бывает, если все-таки случаются такие нарушения. А в «Горках» мы работаем не первый раз уже. Публика всегда очень хорошо принимает, и очень теплые отношения у нас с ними. Театр «Сказ» существует уже 15 лет. Его художественный руководитель Дмитрий Рыгалин пишет сценарий ко всем постановкам. В труппе не один десяток актеров, но в «Зеленом огоньке» задействованы всего двое. Все наши актеры, которые у нас работают, имеют профессиональное образование, и для нас это, ну, наша жизнь, наша душа вот там. И поэтому, когда стал вопрос о том, все-таки идти в этом направлении или выбрать какое-то другое, то тут однозначно было принято решение заниматься кукольными спектаклями и работать для детей. Театр выступает в детских садах, клубах и школах. Гастроли коллектива проходят по всей России. А этот спектакль интересен тем, что дети сами становились участниками представления. Вместе с постовым дядей Степой они переходили дорогу только на пешеходном переходе, изучали сигналы светофора и дорожные знаки. Что делаем, да? До серединки, молодец. А теперь направо. А ну, посмотри направо. Есть машины? Нет, переходи. Ой, молодец, давайте похлопай, малина, молодец. Как известно, обучение детей лучше всего проходит в игровой форме. Реакция зрителей это подтверждает. Из зала ребята выходили с улыбками, а их родители с благодарностью к артистам. Познавательный спектакль, очень интересный, детям нравится. Мы каждые выходные приходим смотреть. Очень понравилось. Тут всегда хорошие спектакли. Поучительные для детей, ну и в принципе для взрослых тоже. Авторы постановки сказали, что с удовольствием вернутся на эту сцену. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.